Британский продавец золота Sharpe Pixley будет принимать биткоины в качестве оплаты. Sharpe Pixley будет принимать биткоины через процессор платежей BitPay, что поможет им избежать риска колебания цены криптовалюты, сообщает Cointelegraph. Генеральный директор Sharpe Pixley Росс Норман отметил, что, по нашему мнению, инвесторы биткоина хотели бы иметь возможность безопасного инвестирования своего капитала, например, в золото. Этот путь теперь открыт для них. Несмотря на то, что сегодня биткоин уже можно назвать цифровым золотом, все же ему еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем он станет соперничать с драгоценным металлом как безопасная долгосрочная инвестиция.